Основная – это работа ног и корпуса. То есть это то, чему надо научиться в первую очередь. Конечно, крепость кисти, там, крепость руки, там, плечевой пояс – все они, конечно, играют очень большую роль. Получите массу удовольствия, немножко острых ощущений, и если будете ходить постоянно, то поправите свое здоровье и улучшите самочувствие. Вау! Класс! Спасибо! Я даже не думал, что такое увлекательно. Вас тоже приглашаю.